Принцип People First или сначала человек. Часть первая. Время от времени сложным явлениям мы даем короткие и понятные названия. Но важно, чтобы высказывание было не только понятным, но и безбарьерным, то есть построенным с уважением к достоинству других. Чтобы быть уверенными, что языковое обозначение человека не носит дискриминационного или оскорбительного характера, лучше руководствоваться принципом People First. Этот принцип говорит, что описывая человека с определенным опытом, нужно сначала подчеркнуть его субъективность. А уже потом называть отличительные черты. Например, человек с расстройством аутистического спектра, человек с синдромом Дауна, человек с ВИЧ. Принцип People First появился в отношении людей с особенностями здоровья, чтобы подчеркнуть, что личность нельзя свести к диагнозу. Такие слова, как «больной» или «инвалид», обесценивают человека и ограничивают представление о нем. Описательное выражение «человек с ограниченными возможностями» оставляет место для других качеств личности. Поэтому всегда помните, что сначала человек.